Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Вы на канале Узоры Попетельно. С вами я, Ирина Ягодинская. И сегодня я буду вязать вот этот замечательный узор. Надеюсь, вы его хорошо рассмотрели, получили эстетическое удовольствие от этой красоты. И сейчас мы этот узор свяжем. Берите спицы, берите ниточки. Я сейчас покажу схему. И мы свяжем этот замечательный узор. Схема узора. На схеме указаны только лицевые ряды. Все изнаночные ряды вяжутся по узору. Что значит по узору? Это значит, с изнаночной стороны мы вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Все накиды с изнаночной стороны провязываем изнаночными петлями. Раппорт узора в высоту 19 рядов. Раппорт узора – это постоянно повторяющаяся часть узора. Раппорт узора есть и в ряду. В ряду тоже есть часть узора, которая постоянно повторяется. Постоянно повторяющаяся часть этого узора состоит из 13 петель. Итак, для того, чтобы набрать необходимое количество петель, нам нужно набрать число петель, которое будет делиться на 13, а потом прибавить еще 5 для симметрии и еще 2 петли кромочные. Обращаю внимание любителей вязания, которые только начали вязать, что не вся схема – это раппорт. Дорогие мои девчушки, раппорт – только вот эта вот часть узора. Только эта часть узора постоянно повторяется. А вот эту вот часть узора нужно набрать только один раз. Она будет в конце нашего ряда. С левого края нашего вывязываемого полотна. Не путайтесь, пожалуйста, будьте внимательны. Провязав 19 ряд лицевой, мы возвращаемся обратно по изнаночной стороне в 20 ряду, и уже 21 ряд узора мы начнем вывязывать с первого ряда по схеме и будем опять повторять 1, 3, 5, 9 и так дальше до 19 ряда всю схему. Что мы видим на схеме? Горизонтальные черточки – это изнаночные. Вот этот большой нолик с маленьким – это объемная лицевая петля. Она провязывается не в ту петлю, что на спице, а в петлю в ряд ниже. Вертикальные черточки – это лицевые. Нолики – это накиды. Зеленые треугольнички, у которых гипотенуза показывает в левую сторону – это две петли вместе лицевой с наклоном влево. Розовые треугольнички, у которых гипотенуза показывает вправо, это две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот эти вот, простите, вот эти вот зигзаги, розовые и салатовые, это элементы косы. Мы будем их вязать все время на 4 петлях. Розовые зигзаги, это две петли, третья и четвертая, переставляются вправо и должны лежать поверх первой и второй. Салатовые зигзаги обозначают, что первые петли, первая и вторая, должны быть переставлены влево поверх третьей и четвертой. Вот и все. Вот и вся схема. Еще посмотрите, есть один ряд. Он базовый. Этот ряд для удобства нашей работы. Он в расчет узора не входит. Мы можем его и не вязать. Но я советую вам этот ряд провязать, для того, чтобы вот этот вот элемент косы лежал как можно ровнее и лучше, чтобы он не топорщился. Потому что если его начать вывязывать прямо с наборного края, то он будет очень-очень некрасиво смотреться. Итак, базовый ряд вяжется как бы с изнаночной стороны. Вот как он здесь
нарисован, так его и провязывать. Провязываем изнаночный, провязываем базовый ряд, разворачиваем нашу работу, мы оказываемся на лицевой стороне, и у нас уже все петли распределены. Попробуйте, свяжите, вам понравится. Берем спицы и приступаем. Я наберу 20 петель, чтобы вывязать всю вот эту вот схему. 13 петель – это петли рапорта, плюс 5 петель для симметрии – это 18 петель, плюс 2 петли кромочные – это 20. Набираем и вяжем. У меня на спицах 20 петель. Я провяжу базовый ряд. Итак, кромочную снимаю не провязанной, 2 петли лицевые, 1 изнаночная, еще 2 петли лицевые, 8 петель изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 петли лицевые, 1, 2, 1 изнаночная, еще 2 лицевые, кромочная петля изнаночной, разворачиваем наше вязание. Мы с вами на лицевой стороне узора. И теперь, только теперь, приступаем к вывязыванию самого узора. Первый ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной, 2 петли изнаночные, объемная лицевая. Мы будем ее все время провязывать не вот эту петлю, которая на спице, а вот в эту петлю в ряд ниже. Итак, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 петли лицевые, 4 лицевые петли. Здесь мы будем вывязывать элемент косы. Третья и четвертая петля должны сместиться вправо поверх первой и второй. Поэтому спица перед работой, я ввожу спицу в третью и четвертую петлю, снимаю все 4 петли с левой спицы, возвращаю на левую спицу сначала первую и вторую петлю, а затем третью и четвертую. После перестановки все петли провязываю лицевыми, пересчитывая их обязательно. Дорогие мои девочки, если вы вяжете косу, любую косу, возьмите себе за правило пересчитывать при вывязывании переставленные петли. Полбеды, если вы провяжете 2 петли вместе. Но если в этой сумятице вы потеряете хоть одну петлю, она распустится до края вязания и испортит всю работу. Нам не трудно их пересчитать и перестраховаться. Косы бывают разные. Здесь у нас всего 4 петли. Бывают и 8, и 10, и 12 петель. Получается огромная сумятица, и можно сделать большую оплошность. Если вы привыкнете пересчитывать петли, это вам сослужит очень хорошую службу. Итак, 2 лицевые, 3 лицевая, 4 лицевая. Еще 2 петли лицевые, 2 петли изнаночные, объемная лицевая, где наша резкость, в петлю в ряд ниже. Что у нас? 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Я прошу прощения, что резкость пропадает. У меня старенький телефон, и он живет своей жизнью. Он считает, что это он управляет съемкой. Приходится подстраиваться. Изнаночный ряд вяжем по узору самостоятельно. Третий ряд узора. Снимаем кромочную, 2 изнаночные, а объемная лицевая в петлю ряд ниже, еще 2 изнаночные, 4 лицевые петли. Мы будем переставлять первую и вторую влево поверх третьей и четвертой. Еще такой момент, мои дорогие, запомните. Если мы переставляем первые петли влево, то спицу мы заводим за работой в третью и четвертую петлю.
А если мы переставляем третью, четвертую или любое другое количество петель вправо, то спицу мы заводим в эти петли перед работой. Итак, первую и вторую петлю мне нужно переставить влево поверх третьей и четвертой. Поэтому я завожу спицу за работой в третью и четвертую петлю, снимаю все 4 петли с левой спицы, возвращаю на левую спицу сначала первую и вторую, а затем третью и четвертую. Провязываю переставленные петли лицевыми, пересчитывая. Раз, два, три, четыре. Провязали. Следующие 4 петли мы провяжем также. Первая и вторая петля должна переместиться влево поверх третьей и четвертой. Спица за работой. Я ввожу в третью и четвертую петлю, снимаю все 4 петли с левой спицы, возвращаю первую и вторую, а затем третью и четвертую. Провязываем поочередно эти петли, пересчитывая их. Провязываем лицевыми. 2 петли изнаночные, объемная лицевая. 2 петли изнаночные, кромочная изнаночной. Провязываем изнаночный ряд по узору. Пятый ряд узора. Снимаем кромочную не провязанной, 2 петли изнаночные, объемная лицевая, 2 петли изнаночные, 2 петли лицевые, 4 петли. Третью и четвертую петлю переставляем вправо поверх первой и второй. Поэтому спица перед работой. Я ввожу ее в третью, четвертую петлю. Все 4 петли снимаю с левой спицы. Возвращаю первую и вторую, а затем третью и четвертую. Провязываем поочередно лицевыми петлями, пересчитывая их. 2 петли лицевые. 2 изнаночные, 1 объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной петлей. Провязываем изнаночный ряд по узору. Провязали изнаночный ряд. Седьмой ряд узора. Кромочную снимаем, 2 петли изнаночные, объемная лицевая, 2 еще изнаночные. 4 лицевые петли. Первую и вторую петлю переставляем влево поверх третьей и четвертой. Поэтому я ввожу спицу за работой в третью и четвертую петлю. Снимаю все 4 петли с левой спицы. Возвращаю на левую спицу первую и вторую, затем третью и четвертую. После перестановки поочередно провязываю все петли лицевыми, пересчитывая их. Следующие 4 петли провязываем тем же образом. Переставляем первую и вторую петлю влево поверх третьей и четвертой. После перестановки провязываем все петли лицевыми, пересчитывая их. Вот какая красота! 2 петли изнаночные, объемная лицевая, 2 петли изнаночные, кромочная изнаночной. Замечательно. Изнаночный ряд вяжем по узору. Вяжем 9-й ряд узора. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, 2 петли лицевые, 4 петли маленькой косы. Третью и четвертую петлю переставляем вправо поверх первой и второй. Ввожу спицу в третью, четвертую петлю. Все 4 петли снимаю с левой спицы. Возвращаю на левую спицу первую, вторую, затем третью и четвертую. После перестановки провязываю все петли лицевыми, пересчитывая их. Посмотрите. Этот элемент можно использовать в любом другом узоре и как самостоятельный. 2 петли лицевые. 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной петлей. Изнаночный ряд провязываем по узору. Провязали изнаночный ряд,
11 ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной, 2 петли изнаночные, 1 объемная лицевая, 2 изнаночные, 2 петли лицевые, накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Эти петли просто провязываем вместе, и они сами наклонятся влево. Следующие 2 петли вместе лицевой, но с наклоном вправо. Те петли, которые должны наклониться вправо, мы все время будем разворачивать. Развернули, вернули на левую спицу, немножечко подрастянули и провязали их слева направо. И они наклонились в правую сторону. Посмотрите, эти петли наклонены друг к другу. Мы все сделали правильно. Накид. 2 петли лицевые, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по узору. Накиды провязываем изнаночными петлями. Вот что у нас получается. 13 ряд узора. Кромочную снимаем, 2 петли изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, 2 петли лицевые, накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Эти просто провязываем вместе. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Эти нужно развернуть. Развернули, вернули на левую спицу, подрастянули, провязали их слева направо. Накид. 2 петли лицевые, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной петли. Изнаночный ряд вяжем по узору. Провязали изнаночный ряд. Вот какая красота у нас получается. 15 ряд узора. 15, 17 и 19 ряды вяжутся одинаково. Кромочная, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, 2 петли лицевые, накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, разворачиваем те, что вправо, накид. 2 петли лицевые, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной. Изнаночный ряд вяжем по узору. Вяжем 17 ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, эти разворачиваем и провязываем слева направо, накид. 2 лицевые, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной. Что-то мой телефон совсем разленился. Простите, пожалуйста. Изнаночный ряд вяжем по узору. Вяжем 19 ряд узора. Последний ряд раппорта в высоту. Кромочную снимаем. 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, развернули, растянули и провязали слева направо. Накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, объемная лицевая, 2 изнаночные, кромочная изнаночной петлей. Провязываем изнаночный ряд по узору. Мы с вами провязали 19 рядов раппорта в высоту. Следующий ряд нужно начинать вязать с первого ряда по узору. Начнем опять вывязывать вот эту косу и опять провяжем весь раппорт в высоту, все 19 рядов и 20 изнаночный. Вот посмотрите, какая красота!
у нас получилось. Продолжая вывязывать раппорт за раппортом высоту, мы получим вот эту вот переплетенную красоту. Вот начало раппорта, а вот начало второго раппорта, а вот начало третьего раппорта. Вот такая вот прелесть получилась у меня, такая же прелесть получится и у вас, дорогие мои любители вязания. Ну что ж, я благодарна, что вы зашли на мой канал. Я очень вам благодарна, что вы посмотрели мой ролик. Не забудьте подписаться, чтобы мы не потерялись на просторах YouTube. Берегите себя, мои дорогие, не болейте. Берегите себя и своих близких. Пусть у вас все будет хорошо. Ваша Ирина.